Как увлечь ребенка книгой? Можно узнать в парке Орленок каждую среду с 10 до 13. Рядом с памятником Осипу Мандельштаму стартовала акция под названием «Библиотека в парке». Здесь мальчишки и девчонки совмещают приятное с полезным, играют на свежем воздухе с другими детьми и заодно познают литературный мир. Этот формат появился в Воронеже в прошлом году и пришелся по вкусу горожанам, поэтому администрацией города было принято решение в 2023-м продлить сроки акции до конца сентября. Творческие погружения, мастер-классы по рукоделию, экологические викторины и литературные розыгрыши. Все это лишь малая часть еженедельного марафона, который может посетить любой желающий. Тот же Носов, юбиляр этого года, у него, вспомните, «Незнайка в солнечном городе», и там замечательные человечки, которые постоянно играли и что-то изобретали новое, или просто баловались, чудили. То есть вместе вот с этими подвижными играми мы деткам рассказываем, что в этом году такой-то писатель юбиляр, и не один, и так далее. У нас работает для всех посетителей парка, дети, молодежь, взрослое население, книжный стеллаж, книгооборот, или буккроссинг, как его называют. То есть любой желающий может прийти в любое время, неограниченное работой парка, и оставить в книжном домике прочитанную книгу, и не одну, и взамен себе взять любую понравившуюся.